Всем привет! Сегодня будем делать настоящий турецкий лимонад. Этот освежающий летний напиток хорошо утоляет жажду, не содержит никаких красителей и консервантов. Его можно смело давать детям. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Подходящую емкость натираем на мелкой терке цедру со всех лимонов. Стараемся, чтобы не попали белые частицы кожуры, иначе напиток будет горчить. Затем добавляем сахар и хорошо перетираем его с лимонной цедрой, пока сахар не станет слегка влажным и приобретет желтоватый оттенок. Дальше вливаем стакан теплой кипяченой воды и размешиваем до растворения кристаллов сахара. Теперь выжимаем из лимонов сок. Чтобы получилось отжать его как можно больше, сначала интенсивно с усилием катаем лимон по рабочей поверхности, а затем разрезаем и выдавливаем сок. Чтобы не попали косточки, используем ситечко. Дальше свежевыжатый сок выливаем в разведенный сахар. Добавляем охлажденную кипяченую воду. Размешиваем. И переливаем в графин. При этом фильтруем лимонад с помощью сита или марли. Вот и все. Настоящий турецкий лимонад готов. По желанию в него можно добавить немного листиков мяты. А также несколько кусочков льда. Готовьте натуральный лимонад с удовольствием и пейте на здоровье. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!